Никогда не сдавалась. Не то, что ты. Она пыталась тебе сказать. А ты глупый, не слушал. Нет. Нет. Нет, все не так. Мира смогла то, что не смог ты. Ты не хотел слушать. И потерял их обиды. А потом себя самого потерял. Ты обо мне ничего не знаешь! Мира поняла, что для достижения цели надо уметь подчиняться.
Ты все равно хочешь воссоединиться с Лилией? Я... хочу. Я... должен найти ее. Ладно, тогда иди ко мне. Лили, это правда ты? Нет. Лили. Ну вот и она, твоя дорогая дочь. Ты не этого хотел. Папа? Это все ты виноват. Почему ты меня не спас? Нет. Пожалуйста. Я не смог. Я хотел. Нет. Нет. Обречен повторять ошибки прошлого. Или примкни ко мне. Сделай это, и я исполню все твои мечты. Вместе мы заберем Лили у мира. Когда у меня будет сила ядра, ты станешь по-настоящему свободным. Нет. Пулями меня не остановишь. Когда же ты поймешь это? Выстрелил в меня, Себастьян. Зачем? Нет, нет. Ладно. Давай-ка выбираться. Нельзя ему поддаваться. Тебе надо отомстить этому ублюдку. Себастьян, что с тобой? Ты в порядке? Ты слишком много работаешь. У тебя голова уже кругом идет. Мира? Торрес, где? Я дома. Как я? Комната Лили. Точь в точь, как раньше. Как бы я хотел, чтобы она осталась такой.
Я только и делал, что работал. Вернуть бы хоть немного времени. Я провел бы его с ними. Это письмо. Последняя весточка от Миры. Оно было спрятано в ее документах. Тогда это казалось бредом. Но я должен был ей поверить. Мой милый Себастьян. Мне очень жаль, Себастьян. Ты столько пережил, столько времени в одиночестве. Я сам виноват. Ты пыталась мне сказать, а я тебе не верил. А теперь я в полном раздрае. Разговариваю с галлюцинациями. Я тебя подвел. Не смог спасти Лили из огня. Я всех подвел. Это неправда, Себастьян. Не было там никакого пожара. Ты это теперь знаешь. Но ведь я не уберег ее. А как бы ты мог? Мёбиус все равно, что стихия. С тем же успехом ты можешь винить себя в землетрясении. Это вне твоей власти. Ты должен перестать себя мучить. Ты хороший человек, Себастьян. Поэтому я за тебя и вышла. И на этот раз ты можешь ее спасти. Против тебя многие силы. Но ты должен держаться. Не дай прошлому себя победить. Я прощаю. И Лили простит. Но главное все-таки простить самого себя. Простить себя. Она права. Она всегда была права. Теодор использует против меня мое чувство вины. Но в чем я виноват? Это их вина, а не моя. Они забрали у меня все. Не я это начал. Но я это закончу. И не дай бог никому встать на моем пути. Себастьян, просыпайся! Что случилось? Она тебя вытащила. Мне жаль, Себастьян.
Я пыталась ее спасти, но... Нет. Я стрелял в нее. Рана от пули была неглубокая. Она погибла от ран, полученных в бою с этими тварями. Проклятие. Она не должна была так погибнуть. Она была хорошим солдатом. Она хотела спасти Лили, а теперь сама мертва. Это я виноват. Опять. Нет, Себастьян. Ты не виноват. Не позволяй ему. Ты права. Чертов ублюдок. Этого он и добивается. Внушает мне чувство вины. Но это он все сделал. Не я. Это он виноват. Ладно. Пора наводить порядок. Мне надо найти Теодора. Это не проблема. Взрыв механизма Лиэма сработал как надо. Теодору теперь некуда спрятаться. Вопрос, как до него добраться? В смысле? Я сняла это с камер наружного наблюдения. Посмотри. Крепость Теодора появилась посреди Юниона. Но она окружена колоссальной стеной огня. Черт. Через такое мне не пробраться. Думаю, есть один способ. Я нашла у Лиэма одно устройство. Оно должно помочь. Отлично. Давай посмотрим. Оно еще не совсем готово. Надо кое-что поднастроить. Ладно. Делай, что считаешь нужным. Помнится, тут рядом был отель. Пойду посмотрю, безопасно ли там, и пришлю тебе координаты. Приноси туда устройство. Ладно, до встречи. Прости, Эсмеральда. Я сделаю все, чтобы твоя смерть не оказалась напрасной. Я пристрелю его, как паршивого пса. Кидман? Да, Себастьян. О чем ты думаешь? О Лили. Все, что здесь творится, происходит из-за нее. Все хотят заполучить ее. Как будто она предмет, трофей. А на самом деле она и есть жертва. Бедняжка даже не знает, что это такое жить обычной жизнью. После стольких лет в Мёбиусе. Осталось ли в ней что-то детское? Она по-прежнему славная, милая девочка. Надеюсь на это. У нее украли детство. Она даже не успела пойти в школу. Найти друзей. Никаких праздников и дней рождения. Мне жутко думать о том, что она вынесла. Лили всегда была умницей. Наблюдательной, смышленой. Она умела так смотреть на тебя, что становилось очевидно. Она все понимает. Не только то, что ты говоришь, но и то, что ты чувствуешь. Я всегда знал, что она особенная. Но думал, что это мне кажется, ведь она моя дочь. Правда особенная. Ее нашли и выбрали из-за выдающихся результатов по типовым тестам. Я продолжаю говорить о ней в прошедшем времени, потому что все еще не верю, что она жива. И здесь, внутри. Все так и есть. Но чтобы заново с ней познакомиться, тебе для начала придется ее спасти. Я помогу тебе.
Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. На этот раз у тебя ничего нет? Что такое? Хочешь, чтобы я пошел за тобой? Что? Ты хочешь, чтобы я сел на стул? Поздравляю, Себастьян. Вы почти завершили путешествие по внутреннему миру, которое начали так давно. Вы встретились лицом к лицу со своими демонами, рискнули всем, что имеете, и вышли победителем. Но есть одно воспоминание, которого вы избегаете. О чем вы? Вот, это поможет вам. Детектив Кастелланос. Всегда рада повидаться. Джозеф, мой напарник, мой друг. Себастьян, мы недавно говорили, что стряслось? Прошло много времени, но есть одна тема, которую мы ни разу не поднимали. Звучит зловеще. Что же это? Не что, а кто? Джозеф. Верно. Я знаю, что ты относился к Джозефу с уважением, и это было взаимно. У меня не было возможности искупить свою вину. Все было так сложно после маяка. Нужно было добиться ответов о том, что произошло. То есть, я знаю, что произошло. Не беспокойся, я не виню тебя за то, что ты сделала. В его смерти виноват только я. Ты ни при чем, Себастьян. Как это? Хочешь, чтобы я винил тебя? Это же ты на самом деле его убила. Нет, это не так. Я же видел, что ты стреляла в него. Я знаю, что ты видел, но... Но что? Джозеф не погиб. Что? Что? Нет. Не может быть. Что с ним произошло? Где он? Долго рассказывать. Как-нибудь в другой раз, когда все закончится. Просто помни, что не нужно винить себя в его смерти. Мне пора идти, Себастьян. Давай закончим, и потом поговорим. Да, мы точно еще поговорим.
Еще кое-что, Хоффман. Теодор манипулирует моим сознанием. Всякий раз, как мы с ним сталкиваемся, он обращает против меня мои же кошмары. Это на него похоже. Он спец по нейролингвистическому программированию. А здесь и лингвистика не нужна. Зачем говорить, если можно прямиком забраться в голову? Он меня почти сломал. Но я заглянул в себя поглубже. И там кое-кто нашелся. Этот кое-кто подсказал мне, что делать. И я готов бросить вызов Теодору. Да, я вижу, что ты готов. Откуда ты... Ах да, ты я же штатный психолог. Эсмеральда была бы жива, если бы не стала меня спасать. Не вини себя. Мы говорили, пока я пыталась ее спасти. Она рассказала о плане. Она хотела добиться цели. Она сама так решила. Понимала весь риск и делала то, что считала должным. Сказала, что в долгу перед тобой. В долгу? За что? Мы только познакомились. Эсмеральда. Это она забрала Лилии и сожгла ваш дом. С тех пор ее мучило чувство вины, потому она и присоединилась к Мире. Потому и рисковала ради тебя жизнью. Что? Прости ее, Себастьян. У нее тогда не было выбора. И она пыталась искупить вину. Она пожертвовала жизнью ради спасения моей дочери. Еще как пыталась. Она сделала все, что могла.
отеле чисто, Хоффман. Ты как там, все настроила? Да, я готова. Ладно, отправляю координаты. Ну, вот и он. Что это? Портативный стабилизатор поля. О'Нил работал над этой штукой до того, как Теодор его изменил. Он создает небольшую зону стабилизации, которая оттолкнет пламя. Небольшую? Размером примерно с убежище. Достаточно, чтобы меня защитить. Отлично. Как это работает? А вот тут начинаются сложности. Это пробный экземпляр, так что может вспрыгнуть. Управлять буду я. Не хватало, чтобы он отказал посреди стены пламени. Я не могу тебе это позволить. Слишком опасно. Как и оставаться здесь, если у тебя ничего не выйдет? Мне надоело прятаться. Выбраться можно, только работая сообща. Иначе нам Лили не спасти. А потом, вдруг тебе понадобится экстренный психоанализ. К кому обратишься? А ты умеешь убеждать, Хоффман. Конечно, умею. Я же штатный психолог. Ну да, точно. Тебе может понадобиться время. Скажи, когда будешь готов. Ты готов, Себастьян? Ладно, Хоффман. Давай начнем. Хорошо. Иди первый. Я буду нести его и управлять им. Он защитит нас от огня, но не от тварей, что попытаются нас убить. Не бойся, я с ними разберусь. Ну, погнали! Работает! Главное, оставайся внутри сферы! Пошли! Из-за огня ничего не видно! Просто следи за тварями и иди за мной! Я знаю, куда идти! Еще один! Берегись, Хоффман! Это ты меня береги! Прекрасно! Они повсюду! Далеко еще? Кажется, что еще идти. Он не хочет нас пропускать. Ну и хорошо. Значит, он боится. Не останавливайся. Мы почти у цели. Постой! Со стабилизатором что-то не так! Починить можешь? Попробую! Не
пронесло. Как ты говорил, он может спрыгнуть. Пошла. Это мой шанс искупить вину перед Лили и всеми, кого я помогла втянуть в STEM. Так что нет, не жалею. Черт, кожу жжет. Надо как-то прорваться. Надо уходить. Беги! Почти у цели! Прости, Юкико. Он еще заплатит. Обещаю. И в конце концов, остался только я один. Но меня он не остановит.
Да. Но теперь все по-другому. Ты от меня не уйдешь. Не сломаешь. Thank you.
почему все хотят управлять Юнион? Его даже не существует в реальности. Юнион лучше, чем реальность. Юнион — это Мёбиус. Их разум связан с ним. Управлять Юнионом значит управлять ими. А управлять ими значит управлять миром. Если ты считаешь, что я буду помогать психу вроде тебя управлять психами вроде них, то ты еще больший псих, чем я думал. Это не очень хорошо. Давайте я помогу. Shut up!
не буду с тобой торговаться, друг. Спокойнее, детектив. Чем я могу помочь?